Всем привет! По заказу интернет-магазина F-Magazin проведу видеообзор колеблющейся блесны от компании Spike, модель Kusama в модификации 1004. Данная блесна имеет массу 10 грамм. Длина приманки составляет 59 мм, ну а наибольшая ширина составляет 16 мм. Поставляется приманка на вот такой вот картонной подложке. Производитель указывает массу блесны, название приманки, номер модели, ну и также номер цвета. Вес блесны указан достаточно точно. Вот экземпляр, который у меня на обзоре, весит 9,3 грамма. Также производитель указывает, какой фирмы он ставит крючок на блесны. Вот, в частности, от компании VMC установлен крючок. Сама блесна выглядит вот таким вот образом. Имеет она сужение к нижней части, ну и хвостик немного расширен. Вот так вот выглядит блесна в профиле, она слабо изогнута. Вид со стороны подложки. На подложке нет никакой информации. Лицевая сторона и подложка выполнены в одном цвете. Приманка производится в одном из четырех цветов. Это хром, золото, медь или есть блесна в цвете лайм. Причем приманки выпускаются в двух версиях. Или в глянцевой, или в версии матовой. Ну вот у меня блесна представлена в цвете втором. Это матовый хром. Оснащена приманка двумя заводными кольцами. Кольца стоят небольшие, такие вот серебристого цвета. Оснащена приманка качественным крючком. Крючок очень острый, сделан из средней по толщине проволоки и имеет длину 22 мм. Данная блесна за счет своей формы прекрасно работает и на реках, и на водоемах, где течение отсутствует. То есть приманка универсальная, позволяет ловить разнообразную хищную рыбу, будь то окунь, щука, судак. Приманки от компании Spike бюджетные, не являются исключением и данная модель. Приобрести блесну Spike Kusama модификации 1004 можно в интернет-магазине F-Magazin. Ссылку оставлю внизу под видео. Также по промокоду РЕКА вы можете получить скидку до 20% на более чем 100 брендов, присутствующих в ассортименте F-Magazin. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!